Приветствую всех, я Алекс. Это Диман Хатов, Хатик. Приветствую вас на Горном Алтае. Горный Алтай рулит. На берегу реки Катунь, которая зовется «Хозяйка воды», переводя с древнего алтайского языка. И вот мы здесь с вами на этом видео. А цель нашего видео — вот этот интересный синий пакетик. Будем рассказывать. Да, ну вот знаете, на днях ко мне пришел с курьером этот замечательный вот синий пакет Express.ru. И как выяснилось, наконец нам пришли обещанные договоры от компании. Мы ее любим называть Фил. Да, мы ее нужно называть Фил, но. Называется она Forex Ice Limited. Да. Ice Rec Limited. Совершенно верно. Вот. Пришли договор в срок. Мы заранее обсуждали, чтобы они к нам пришли. И администрация постаралась, они нам пришли вовремя. Вовремя. Причем вот. Нас прямо на Алтай. Да. То бишь компания была заинтересована. Не была, а она заинтересована, чтобы договора пришли в кратчайшее время. И не важно, где мы находимся. Да. И вот они пришли к нам на Алтай. Пришли, да. Мне два договора специально, потому что администрация была удивлена, что я буду встречаться с Алексеем и передам ему его договор. Вот. Ну, что мы здесь можем видеть? Солидное оформление. Вот посмотрите. Лицевая страница – это своего рода листовка. Листовка, сделанная на типографской бумаге. Типографская печать Forex Arec Limited. Новые горизонты будущего. Вот. С этим проектом мы работаем плотно. Этот проект нам сначала, как говорится, показался хорошим, а в итоге выяснилось, что он на самом деле такой и есть. Даже более чем есть доля уверенности, серьезности, более чем, тем более такой красивый договор пришел. Причем Дима, ты говорил, что здесь часть есть инвесторская и часть партнерская. Смотрите, вот есть контракт на предоставление инвестиционных услуг, то есть со мной заключен контракт именно как с инвестором, который является вкладчиком в этот проект. И мы с Алексеем являемся официальными представителями региональными этой компании. Это также отображено на сайте. Сейчас по России вроде бы 5 человек. И вот двое из них — это мы. Это мы, да. Вот как раз эта печать. Вот смотрите. Партнерская часть этого договора. Вы прекрасно видите. Печать, все. Живые печати, живые подписи. И вот насколько я здесь могу смотреть, увидеть, здесь вот еще есть и партнерская программа. Ну вот я как раз сказал, что по партнерской, да. Вот это по инвестиционной. Договор состоит из двух частей: инвестиционный и партнерская. Да, и партнерская. Вот, и партнерский договор. Каждая часть она подписана отдельно. За штампованную. Да, каждая часть подписана отдельно. И причем такое действительно удивительное. Вот. А, вот смотрите, отправления. У меня выпадает листочек. Это непосредственно есть именно тот самый документ почтовый. И здесь вот видно, что отправлено из Лондона Forex Arec Limited. Palace Road SV6HS. Да, то, что из Англии он пришел. Да. А не откуда вот. Там из Днепропетровска, там еще где-то у нас любят проекты ебать. Так вот, давай теперь, наверное, переключимся именно на сам проект. Да, что он нам предлагает? Расскажи. Проект открылся совершенно недавно для наших глаз. Он предлагает достаточно интересное инвестиционное предложение для всех инвесторов. Причем инвестором может стать совершенно любой человек, начиная от суммы всего лишь $10 США. Инвестор может инвестировать эти средства через платежную систему Perfect Money, EgoPay, Pair, и буквально уже на днях скоро будет самая великая система платежная — это OPay, это с офшорной карточкой. То есть мы можем стать полноценными рантье, без менял, без обменников, пользоваться самыми лучшими услугами. И выводить деньги сразу на карту. Да, на карту. Мастер-карт. Да, мы с Алексеем являемся обладателями этой замечательной карты от Apps OPay. И настойчиво всем рекомендуем использовать эту платежку. Поясним. Да, карта, она является офшорной, поэтому какие-либо транзакции, проходящие по этому счету, они не отражаются. Их не видно нигде, ни в банках, ни в налоговых. Да, фискальные органы отдыхают в сторонке.
Вот. И так, дальше по предложению инвестиционных предложений огромное количество инвестиционных планов. Да, на любой вкус. На любой выбор. Вкус, да. По вкусу, конечно, определяется ваша инвестиционная сумма. Но лично мой выбор, это стал план профессионал, да, с недельным профи. Начислением процентов, мы называем профик, его называем. Профик. Да, у меня на профике сейчас два депозита, общей суммой 4,130 с копейками долларов. Ну, я доволен, получаю процент. У меня немногим больше, 10 да, тысяч долларов. Вот. И уточню, что Алексей стал непосредственно региональным представителем компании за счет оборотов своих партнеров, которые превысили 10 тысяч долларов. И также есть второй вариант, которым воспользовался я. Я стал официальным представителем непосредственно по сумме своих личных депозитов. Они должны быть более 10 тысяч долларов. Да. Дима вот как раз правильно говорит, правильно сказал, что действительно дали представителя. Благодаря активности моих партнеров, людям проект понравился, люди очень активно идут, вносят средства. И благодаря этой активности, подтвержденной уже по факту, то есть мы ничего не выдумываем, на самом деле так и есть, можете почитать наши чаты, отчеты и все. Люди идут, нам дают представителей, все довольны, всем все платится, проект работает. Еще очень интересная и многими любимая особенность проекта – это мгновенные выплаты до 300 долларов. Да, ну, да, даже да. Если у вас больше 300 долларов, вы просто частями снимаете, и все это проводится мгновенно. Пока вот работает проект, никаких еще сбоев не наблюдалось. Хороший идет приток инвесторов, как и классических хайперов, так и людей, которые... рассматривают серьезные компании, в том числе доверительное управление. Да, потому что Фил Форбс АЭС Река Лимитед является компанией достаточно высокого уровня по доверию, потому что она работает через представителей, помимо как сама по себе, еще представители намерены открывать офисы, намерены проводить офлайн встречи, а эти встречи, они говорят о том, что компания пришла не на один день, а на достаточно больше срок. Это лично мое мнение, я, как говорится, не Ванга, это мое мнение, Дима, я думаю, считает точно так же. Тем не менее, говорю, да, администрация проекта идет всецело навстречу, и в августе, мы расскажем небольшой бонус заранее, в августе планируется встреча с представителями проекта в городе Новокузнецке со мной, и приедет специально для этой встречи Алекс, издалека приедет, так будем говорить. Вот. И мы надеемся, что у нас пройдет интересная живая встреча, где мы ответим на, точнее, зададим самые популярные вопросы, на которые, естественно, получим ответы. Если у кого-то сейчас уже какие-то есть вопросы, которые на данный момент не освещены, можете нам их задавать, мы их передадим представителям, которым зададим. Совершенно верно, так оно и есть. Ну и что, наверное, на этой позитивной ноте мы можем... Пожелаем всем удачи, пожелаем профита вам, с Филом, уважаемые инвесторы, наши личные рефералы, компании. А также скажем большое спасибо компании за предоставленную возможность отлично заработать денежные средства. Да, и благодаря непосредственно именно Филу мы находимся здесь и сейчас, в этих благословенных алтайских краях, на этой красавице Катуне. Всем вам желаем... Заходи, я буду камеру поворачивать. Заходи, рассказывай дальше. Вот, ребята, здесь благословенные места алтайские. Вы можете посмотреть. Горы, красавица Катун. Люди отдыхают, катаются на лодках. Рядом находится замечательный водопад. Мы сейчас находимся с Алексом вообще на острове. Вот здесь в Старицах мы купаемся, очень теплая вода. Поэтому инвестируйте с умом, не забывайте о рисках. И помните, что с нами есть замечательный проект Фил. Всего доброго, до связи!